Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне начать церемонию вручения государственных наград. Ну и прежде всего поздравить вас с предстоящим российским государственным праздником, Днем народного единства. Пожелать вам успехов, здоровья, исполнения ваших планов, творческих удач. Ну, в общем, собственно, здесь все люди зрелые, серьезные, понимают толк своей профессии. Но я бы хотел привлечь ваше внимание к тому празднику, который будет у нас совсем скоро. Это новый для нашей страны праздник. И это праздник, когда наш российский народ, может быть, в один из таких самых драматических периодов своей истории смог освободить себя и отстоял свое право на самостоятельное развитие. Я думаю, что такого рода примеры актуальны для любой исторической эпохи, в том числе и для нашей, которая, казалось бы, куда менее драматична, но, тем не менее, тоже периодически преподносит самые разные сюрпризы. В России традиционно ценится творческий труд. Во всяком случае, мы об этом много говорим. Может быть, не всегда это получает материальные измерения. И, во всяком случае, не во все периоды мы платим те деньги за творческие успехи, которые за них следовало бы платить. И, наверное, это еще один повод призадуматься о ценности творческого труда, ценности труда в целом. Но, тем не менее, вы, как лучшие представители своих профессий, отлично знаете цену и творчество, и понимаете, как нужно работать. Каждый, конечно, в своей сфере. Здесь люди все именитые, и для многих церемония вручения государственных наград уже не первая, но в этом нет ничего страшного, это, наоборот, скорее приятно. Мне кажется, что государственные награды – это все-таки всегда дополнительный повод привлечь государственное же внимание к успехам огромного количества наших людей, часть из которых представлена в этом зале. Несколько слов о награждаемых. Я, конечно, по существующей традиции не смогу зачитать весь список, это сделают за меня мои коллеги, но я, тем не менее, несколько фамилий обозначу по вполне понятным причинам. Хотел бы обозначить особую ситуацию, которая послужила основанием для присвоения звания Героя России Леониду Николаевичу Соплицкому. Вы знаете, что по статуту в основном такого рода наградами обычно награждаются военные или лица, которые совершили какой-то воинский подвиг. Но в данном случае жизнь преподносит самые разные сюрпризы, и, по сути, героями становятся люди вполне мирных профессий. Несмотря на то, что Леонид Николаевич не является военным, благодаря его мужественным действиям удалось спасти от пожара крупный объект аграрный. И мне кажется, что такого рода действия, они тоже вполне заслуживают очень высокой, высшей, по сути, награды нашей Родины. Орден за заслуги перед Отечеством первой степени сегодня вручается нашему выдающемуся ученому, врачу-кардиологу Евгению Ивановичу Чазову, который, я думаю, всем здесь тоже хорошо известен. С его именем связано создание в России, а до этого в Советском Союзе, по сути, единой системы кардиологической службы, объединившей и профильные центры, и научно-исследовательские институты. По сути, Евгений Иванович создавал нашу медицину, внес в ее развитие большой вклад. Среди награжденных легендарный российский конструктор Сергей Никитич Ковалев. При его непосредственном участии были созданы модели современных стратегических подводных кораблей.
Орден заслуги перед Отечеством второй степени будет вручен Владимиру Теодоровичу Спивакову, нашему выдающемуся музыканту. Его оркестр по праву считается одним из лучших мировых оркестров. Я сердечно поздравляю Александра Анатольевича Ширвинда, который очень внимательно слушает то, что я говорю. Ну, что тут можно сказать? Александр Анатольевич сам расскажет, наверное, что он думает и по поводу этой церемонии, и по поводу нас. Но в любом случае все его работы всегда события и в театре, и в кино. Здесь присутствует и Ирина Петровна Богачева, настоящая звезда нашей оперы. Ее вокальное искусство является образцом для ценителей современного искусства. Ну и, конечно, в этом зале целая плеяда других руководителей, лидеров религиозных конфессий, наших общественных организаций, наших уважаемых ветеранов, которые тоже здесь присутствуют и которые тоже получат государственные награды уже в условиях современной России. Я хотел бы еще раз вас поздравить и предлагаю, наконец, перейти к церемонии вручения наград. Пожалуйста. Указами президента Российской Федерации за проявленный героизм и самоотверженность при спасении животноводческого комплекса от огня присвоено звание Героя Российской Федерации Саплицкому Леониду Николаевичу, генеральному директору племенного завода «Рабитицы» Волосовского района Ленинградской области. За выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Чазов Евгений Иванович, генеральный директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, прежде всего мне хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить вас и Владимира Владимировича за то, что вы возрождаете и совершенствуете наше здравоохранение, которое создавало мое поколение и которое было разрушено в 90-е годы. Я вот сказать, если, например, о национальных программах, то они позволили нам начать снижение смертности. Я вот перед тем, как идти сюда, посмотрел данные за 9 этих месяцев и был так очень приятно удивлен, что у нас смертность сейчас за 9 месяцев